озвучил Майкл Кинг. Его королевское величество приветствует всех на своем юбилейном балу. Сейчас мы огласим его почетных гостей. Приветствуется лорд Артур из дома Пембрук, первый своего имени и брат короля. С гостем. Приветствуется лорд Раттербридж из дома Гамфорд, первый своего имени и племянник короля. С гостем. Приветствуется сэр Гевин Джакомус Даунволд из дома Бевингтон. Третий своего имени, лорд-защитник государства и тайный убийца на службе короля. С гостем. Приветствуется сэр Томас Тибоун Хэрингтон из дома Корнуолл. Восьмой своего имени, удостоенный титула мистер Конгениальность за сражение при Ведморе и лакей семьи, чья дочь доставляет молоко в королевский замок, которое, по-видимому, пьет король. С гостем. Приветствуется почетная госпожа Катарина Франческа Тафория Фала-Фала-Фала-Фала-Фала-Фала-Буб из дома Буфорд, 27-я своего имени. Кузина племянницы племянника племянницы племянницы племянника племянника племянницы, которая однажды сидела за тем же столом, что и король. Но не в одно и то же время. С гостем. Приветствуется леди Антабелла Пейдодна, не выпади из окна, что в лоб, что по лбу, не говори гоп, не перепрыгнув. Оп! 23-я с половиной из дома разделенного, что выяснить не может. Сестра сапожника, работающего рядом с кофейней, тремя этажами ниже от женщины, которая однажды проехала на лошади по улице мимо герцогини Пемберли Рестиновиц, которая когда-то получила письмо от странного человека, представившегося королем, который, как позже выяснилось, был лжецом и бездомным и мертвым с гостем. Приветствуется сеньор Рикардо Мартинес Фелицес Левин Ла Вида Локо Эн Комо Те Ямо Сен Ла Библиотека и Глория Стефан и Пенелопа Круз из дома Джей Ло. Минус 7 своего имени. Дальний знакомый человека, который однажды натягивал леску для теннисной ракетки винчестерширского конюха, который является лучшим другом тайного Санты-колледжного соседа, так называемой подружки, хотя технически они никогда не были вместе, которая не имеет абсолютно никакого отношения к королю. С гостем. Приветствуется Дэйв, которого нет в списке приглашенных и посему будет казнен главным палачом Антонием Августином Ромеро. С гостем. Приветствуйтесь вы, первый своего комментария из дома подписки, хранитель комментариев, лайкер лайков и поделившийся этим видео. С гостем. Ненавижу свою работу.